День добрый и добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы продолжим играть в игрушку Nuclear Throne. И что я хочу сделать, кем я хочу поиграть? Мозг. Давайте черепом побегаем туда-сюда. Я-то понимаю, что... Ой, я не включил звук. Извиняюсь, сейчас будет... Так, ну... Нормально. Громко, но нормально. Весело. Так, у черепа... Что он... Ой. А, он взрывает трупы. Я уже забыл совсем. И он получает больше экспириенса. Так, хорошо. Отлично. Но он до тех пор, пока он свой апгрейд не получит на максимальное здоровье, он умирает с первого же выстрела. Так что это страшно. Ужасно страшно. Так. Давайте соберем экспириенс. Отлично. Второй уровень. Assault Rifle. Почему бы и нет? Так, теперь перед тем, как мы его убьем, давайте пойдем соберем патроны. Хорошо. И тут больше ничего нету. Можно так сделать. А, хорошо. Все. Так, где? Есть. Теперь можно получать урон. Лицензия получать урон получена. Угу. Червячков, конечно же, 5 пулями расстреливать это немножко жирно будет, но... Так уж и быть. Что это такое? Дискан. Нет, я откажусь. Так себе оно. Очень-очень так себе. Хотя, с другой стороны, зачем мне пистолет, если у меня есть это? Дискан меня может сам убить, так что это всегда немножко страшновато его брать. Опаньки. Опа-па-па-па-па-па. Товарищ. Товарищ Золотой Скорпион. Как насчет вот этого? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, хорошо. А почему все ко мне полетело, я даже не знаю, но ничего, я не откажусь. Так, к сожалению, третьего уровня я не получил. Ну что ж, давайте... Давайте устроим... Сделаем так, чтобы я не мог находиться на этом уровне. Так, абсолютно. Боялся бы за свою жизнь. Оп. Есть. Ой, ё-ё-мать. А так все хорошо шло. Так, кем еще? Что за high rate of fire? Ну, давайте возьмем. Отлично. Так, что он? У него золотой пистолет. Ага, хорошо. Угу. А что он правой кнопкой делает? А, он двойной выстрел делает, если я не ошибаюсь. Так, хорошо, давайте соберем экспириенс. Так, у нас, скорее всего, здесь хватит шотган. Отлично. Здесь хватит на второй уровень сразу же. Да. Такие уровни первые мне нравятся. Не то, что какие-то маленькие, непонятные, на котором даже половину уровня не соберешь. Опаньки, есть второй уровень. Так, у нас червячок остался. Я где-то что-то пропустил? Нет, вроде бы ничего не пропускал. Угу. Оказывается, я пропустил кучу червячков. Вот что я пропустил. Полетели. Так, что мы делаем? Kill your reload time, no damage from explosions, melee range. Давайте, чтобы взрывы нас на 50% здоровья не рубили. Хотя редко умирает от них, но все-таки. Это лучшее, что там было на выбор. Давайте возьмем. Хорошо. Кусок мяса. Его по идее. Черт. Если он, конечно же, сам не взорвется, его можно оставить. Но так он сам взорвался, это было неприятно. Так, что это, автомат? Автомат. Давайте возьмем вместо дробовика. Угу, хорошо. Так, червячок. Все, ой, нет, далеко не все. Так, давайте здесь соберем экспириенс. Что у нас здесь такое? Гранатометик. Я даже не знаю, стоит ли его брать. Червячок. Все-таки наступил я на червячка. Проклятого хитрого. О, господи, все. Get full health and some ammo. More speed, damage taken dealt. All enemies on screen. Да. Всем врагам урон, который я получаю. Чтобы я один не страдал. А то что же это такое? Я один буду страдать, что ли? Нет, не буду. С чего бы это? Так, хорошо. Патроны. Поехали. Так, босс уже выскочил? Босс выскочил. Плохо. Плохо. С
одной стороны хорошо, с другой стороны очень плохо. Так, хорошо. Хорошо. Он просто носится где-то там, непонятно где. Босс, ты где? А-а-а, вон он показал мне, где он. Угу. Правая кнопка, в общем, бессмысленная вещь. Ну, я там вроде бы ничего особо такого жестокого не пропустил. Так, дробовик, пошли со мной. Угу, хорошо. Есть. Черт. Опять? Сколько можно промахиваться? И да, это вина дробовика, не моя вина, то, что я промахиваюсь. Абсолютно вина дробовика. Так, хорошо. Угу. Лазерный пистолет. А, веселая вещь, ну, мне почему-то нравится. Ну, что, вместо автомата? Давайте возьмем вместо автомата. Потом... А-а-а! Угу. Хорошо. А вот он, почему он мне нравится. Потому что у него много урона. Я уже направлялся к хелспеку. Ну, ничего. Так, ну что ж. Давайте тогда... Давай курицей. Так, поехали курицей, которая жмурится, у которой замедление времени, на котором я не пользуюсь явно. Как вы это видите? На записи уже, все есть на записи. Угу, угу. Хорошо. Есть, парни. Отправляемся куда подальше. Молодцы. Что за оружие? Лазерный пистолет, интересно. Но я все равно буду пользоваться катаной. Я такой, я упорный. Так, там один враг остался, и я вроде бы ничего не пропускал. Хорошо. Больше здоровья, больше пикапов. Давайте больше пикапов возьмем. Чтобы хелспеки чаще дропали. Дробовик. Конечно же, интересное предложение. Но я пока что побегаю с катаной и лазерным пистолетом. Вообще, пока что побегаю только с катаной. Угу. 52 патрона. Не в тему, но не буду отказываться. Так, я кого-то пропустил, кого-то забыл. А, кусок мяса. Угу, хорошо. Так, идем дальше. Левелапа не было, к сожалению, но ничего. Так. О, господи, там их много. Там их слишком много, даже можно сказать. Хорошо. Угу. Угу. Вот он, босс. Уж нет, не ушел от пули. Ах, ты твою налево. Умри. Есть! Есть! Чуть-чуть, ни миллиметра не хватило. Черт. Ой, хорошо. Так, смотрим. Смотрим. А, кристаллы давайте возьмем. Давайте пройдем подальше куда-нибудь. О, золотой кристалл. Класс. Иногда бывает, иногда попадается. Угу. А они, скорее всего, скины как-то по-другому сделают. Но сейчас они просто поставлены на рендом. Так что, ну, бывает. Золотой кристалл. Его, скорее всего, дадут, если я там пройду сколько-то раз игру или что-то такое. Угу. Угу. Парни, может быть, хватит? Может быть, хватит не умирать? А то уже вроде бы время. Как раз. Мама зовет на обед. Так, автомат. Кто у нас здесь? Угу. Все, поехали. Хорошо. Максимальное здоровье или урон всем остальным? Я возьму урон всем остальным. Это веселая вещь. Угу. Особенно на дождевом уровне. Там, где можно словить урон случайно. Нет, здесь везде можно словить урон случайно. Особенно на дождевом уровне мне это помогает. Так, это дисковый пистолет. Давайте будем развлекаться. Угу. Убил всех. Жестоко, ну и получил кучу урона, молодец. Не. Что, еще больше пикапов? А, нет, вот больше пикапов. Так. Я уже путаю просто отдельные забеги.
Хелл спек. Дискан. Больше никогда тебя не возьму. Я медленно учусь на своих ошибках, но все-таки, может быть, когда-нибудь я пойму. Ой. Извините. Я опустил громкость. Так обиделся на игру, что сделал я без звука. Молчи, проклятая! Так, ну, по идее, нужно обижаться здесь на себя. Игра тут абсолютно ни при чем. Может быть, я именно и обижаюсь на то, что... Твою налево, ё-моё! Конечно же, я радуюсь лазерному пистолету, но... Чтобы пропустить целый баллон... Экспириенса. Так, может быть, если я пропустил уже баллон экспириенса, давайте, может быть, эту гадость зеленую попытаемся вызвать. Угу. Вон, еще один баллон экспириенса. Самое главное, чтобы он не взорвался. А так все будет хорошо. Все, есть. Угу. Ай-яй-яй. Лазерный пистолет. Давайте нормальный пистолет возьмем. Хорошо. Что это такое? Это дробовик? Шоткан. А давайте возьмем дробовик. Отлично. Слагер. Нет, мне дробовик больше нравится. Так, лазерный пистолет. Все, идем дальше. А то есть на следующем уровне у нас... Угу. Должна быть зеленая гадость. А вон она! Вон она! Вон она! Вон она! Класс. Так это она еще экспириенсом стреляется, что ли? Это что, что за прикол такой? И она собирает его обратно? А, это радиация, которая настреляется. Все понятно. Так, тихо. Давайте попытаемся сделать что-нибудь веселое здесь. Может быть, даже собрать эту зеленую гадость. Не умирать. Не умирать от червячка. Было бы приятно. Босс. Не вовремя, скажу вам честно. Червяк большой, ты тоже не вовремя ко мне подошел. Твою налево. Жестокая игрушка. Ну, ну слишком жестокая игрушка. Да. Ура, я золотой. Это ничего не изменит в моем умении, но ну, теперь я золотой. Гранатомет. Дрясти гранат. Скорпион, хватит уворачиваться. Зачем ты уворачиваешься? Для кого ты это делаешь? Так. Я что-то... Нет, больше ничего не пропускал. Давайте пойдем дальше. Есть. Слушайте, мне кажется, или... Ну, и вправду так громко. Или у меня просто уши завяли. Отсюда. В одного червячка гранатой. Полной гранатой. Отлично. Чудесно. Мне не жалко. Для хорошего червячка не жалко гранаты. Угу. Хорошо, хорошо. Так, у нас здесь экспириенс. Не пропускаем в этот раз. Слагер. Да, вместо гранатомета можно. Давайте пойдем. Больше пикапов, конечно же. Хорошо. Так, у нас здесь будет босс, поэтому лучше всего подальше отойти от разных тупиков и неприятных вещей. Так, хорошо. Узкий какой уровень. Страшно. Эта тварь может из любой стенки вылезти. Угу. Вон он, вон он, вон он, вон он. Прям за мной вылез. Ну что, давайте попробуем зачистить это побыстрее. Червячки, вот честно. У меня сегодня червячки, это самая большая проблема. Там боссы. Шмосы разные. Не-не-не-не, червячки. Так, босс. Как раз насчет босса. Давайте поговорим на тему босса. Я его там оставил, конечно же, СМГ. Угу, ага, сейчас. Взял, с разгону. Так, отлично. Все, все, можно идти к боссу. Угу, угу. Можно было ожидать от него такого поступка. Есть. Хорошо. Что это такое? More HP from medkits. По идее, полезно. Меньше здоровья у врагов. Или больше хп из медкитов. Да, больше хп из... Ух ты, у меня двойной уровень.
И тогда всем урон на уровне. Так, хорошо. Также у меня есть дробовик с собой. На вот этом страшном-страшном темном уровне. Угу. Не бегите, не бегите. Не будьте такими резкими, не надо. Угу. Так. Все хорошо, пока что. Пока я не наткнулся на зеленую мышку. Угу. Есть. Потихоньку. Полегу твою налево. Мышь, мышь, брысь, мышь. Угу. Давайте-ка возьму пистолет. Продолжу это так. Правильно сделали. Получилось. Так, все, дробовик закончился. Угу. А так что там вывалилось? Или нет, это у меня на спине валяется. Так, может быть, хватит? Может быть, будем умирать? Молодца. Что это такое? Гранатомет. Давайте возьмем. Правда, в узких коридорах я не буду этим пользоваться, но все-таки оно может подождать немножко. Так, до дождевого уровня, если я доживу. Базука! Класс! Меняем гранатомет на базуку, потому что базука намного лучше. А-ха! Класс! Есть! Четкая, четкая штука. Угу. Жесть, это жесть, товарищи. И она мне нравится. Ах ты, ё-моё. Так, товарищи, давайте спокойно, 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 спокойно. Ух, та-та-та-та-та-та. Спокойно, взрывчатку берем. Базука, это хорошо. Так, ну что ж. Бедняжки. Мне их аж жалко стало, когда я их увидел, как они там стоят все. Большой-большой кучкой. Так, тут больше ничего нету. Тут последний враг. Попган. А нет, по идее, попган можно поменять на пистолет. Давайте сделаем это. Хорошо. Все. Да. Ну и как? Как на эту игру не обижаться? За что? За что так жестоко? И шикарное оружие, и достаточно здоровья, и уже... Игра. Ты, ну, слишком уж. Слишком-слишком. Так. Смотрим. Идем. Убиваем. Идем дальше. А, дробовик. Хорошо. Угу. Угу. Ну что ж, больше экспириенса левелапа не будет, скорее всего. Не, на двоих товарищах я особо не разгонюсь. Так, следующий. Поехали. Есть. Все-таки попал на эту гадость кислотную. Ну ничего, чуть-чуть бывает. Дробовиком одного целого червячка убил. Я молодец. Я герой, здоровый. Вместо головы. Так. Угу. Есть. Есть. Угу. Хорошо. Отлично. Так. Это гранатомет. Он со мной пойдет. Нормально. Так, что это у нас? Enemies touching you. You get full health. Better accuracy. Some kills regenerate. Это давайте some kills regenerate ammo. Хорошо. Попали в меня. Попали. Так. Я хотел, правда, гранатомет взять. Вот. Так это было бы лучше. Ой! Уход, он не умер? Черт. Это нехорошо. Угу. Собираем, собираем все. Не пропускаем лишние вещи нужные. Так. Ну, ну, давай, давай, давай. Сдувайся. Есть. Медленное такое, хорошее попадание. Качественное.
мясистая. Угу. Еще один. Еще один. Так, хорошо. Опаньки. Что-то тут много скорпионов собралось. Ё-моё. Люди, люди! Имейте совести. Спокойнее. Давайте спокойно. Дышите, дышите. Ом. А, гранатомет на подземный уровень я брать с собой не буду. Давайте пойдем так. Хорошо. А, больше пикапов, конечно же. Отлично. Так, дробовик. Поехали. Дробоутка. Которая крокодил. Угу. Пошли все на улицу гулять. как я спас себя. Чёрт. Все, я думаю, я на сегодня. Меня уже ментально убила эта смерть, когда меня машинами задела. Так, я на сегодня закончу. Скажу вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.